Всем здравствуйте! Всем доброе утро, дорогие друзья! Я сейчас хочу поставить мясо варить. Сейчас морковку. Лук, все это помою. И так вот отрежу лишнее. У меня мясо лопатка. И сюда пол луковицы. Сейчас морковку. Хочу просто отварить лопатку. Очень вкусная. Сейчас почищу морковочку и хочу поделиться своей нашей радостью. Вчера погода такая была замечательная, солнце весь день светило, а на улице ветер был. Такими кусочками морковочку порежу. Бульончик, если ничего не приготовлю, я его заморожу. Вот. Вот такое вот мяско. Сейчас посолю и поставлю вариться. Достала из морозилки вот оно у меня мясо закипит, я буду его часа полтора на маленьком огонечке варить, тесто и фарш. Сейчас настряпаю немножко пельменей. Все у меня было в морозилочке. Так, и что еще я хотела вам показать, сказать новость. Чайник закипел. Друзья, хочу показать вам комсомольский билет. Внук у меня, ему 15 лет будет в марте, вчера вступил в комсомол. Он, вы знаете, такой у нас умница. Я не буду там показывать, там номер билета. Сейчас покажу его фотографию. Вот так, друзья, комсомольский билет. Отличник. Вот в 8 классе он все отличник, с самого первого класса. Такой активист. Он везде занимает призовые места. И я потом вам покажу грамоты и медали его чуть попозже. Поздравьте его, напишите комментарии. Он очень разбирается в политике. Потом, значит, за КПРФ. И вот. Вот такая у меня новость приятная. А сейчас... Мало теста. Вот не знаю, может чебуреков налепить. А на пельмени сделать новое тесто. Наверное, так и сделаю. Я их чебуреки заморожу. У меня что? Дедушки есть. Он не будет. Миша тоже. Так что вот я, наверное, сделаю чебуреки. Тесто заварное. Так что чебуречки получатся хорошие. И что я хотела вам рассказать-то про Мишу. Ребята, он живет у нас, можно сказать, с самого рождения. С
сами приучили, вроде внучок, из садика забирали, садик у нас рядом с домом, и вот он с самого садика везде, везде стихи, песни. Здесь он тоже уже в школе, он занял первое место, был смотр, стихи читали. Его потом повезли, ну, с руководителем он ездил в краевой город. Краевой город показывали по телевизору. Вот. Так что такие у нас новости. Не знаю, что сегодня у нас за погода будет. В общем, сейчас настряпаем чебуречков, заморожу и, наверное, замешу еще тесто. Видите, вот муки почти что нету, заварное тесто. Прямо это хорошее. Себе, может, пожарю, не знаю. Я люблю чебуреки-то. Тоненько раскатала. И вот так положим, размажем. Слишком много тоже не надо, потому что пропитаться надо. Прожариться надо. И все. Сейчас залепим. Я по-простому защипываю. Кто-то вилочкой делает, кто чем. Я делаю так, как я делаю. Не надо, как говорится, там на показ. Надо оставаться самой собой. Самой собой. Правильно говорю? Правильно говорю. Сейчас я вот здесь вот на досочку положу. И если что, в морозилку. Вот так. Вкусненький. Все. Сейчас налеплю. Вот так. Во. Вообще с тестом хорошо работать. Можно на одну половину, не обязательно по всему. Он все равно ведь будет сгибаться. Так что. Что еще у меня новенького? У меня зашли уже сеянцы. Я сеяла, сейчас скажу вам. 22-го я сеяла газанию. Красивый очень цветок. И она у меня уже взошла. Вот так. Сейчас мы залепим. Потом гвоздику однолетнюю. Надо бы вам показать на пакетиках, какая красота. В общем, сеянцы у меня всходят. Лабелька. Потом что еще? Это я почему рано сажу? Потому что я буду продавать. Вот такой чебурек у нас. Вот смотрите, я вам покажу. Вот здесь вот у меня видно, нет? Во, видно. Вот это газания. А здесь гвоздичка всходит. А сейчас я вам покажу картиночки на пакетиках. Сейчас покажу. Вот это вот гвоздика. Ну, не красота ли? Красота ведь? Красота. И вот это газания.
Вот именно что, друзья, газания. Есть гацания, а есть газания. Но газания, они чем отличаются? Вот газания, у нее цветоносы на короткой ножке. И я садила, только цвет был другой. Весь вот так в цвету, шапка цветов. Очень красиво. Зашли хорошо. Ну, тут лабельки. Потом я посеяла еще бегонию вечно цветущую. Такую и такую, но еще не вышли. Ну, а я себе сейчас два чебуречка и жарю, положила. А здесь у меня уже мясо, можно сказать, готово. Посмотрите, какой бульон. Я брошу в конце еще немножко лаврушечки. Мы ее не очень любим. И перец горошком. Еще немножко покипит. Сейчас положу перец и лаврушки. Вот я перевернула уже. Сейчас маленько огонь убавлю. Такие. Они у меня аж на сковородку кончики не вошли. Ну все, сейчас будем пить чай. Ну вот, будем пробовать. Снимем свой фартучек. А фартук сшила из полотенца. Не люблю я вот с этими накидушками. Взяла, пришила шнурок. И очень удобно. Вот так. Так, ну что. Вот такие у меня чебуреки получились. Здесь, конечно, немножко пережарила. Ай, горячо. Вот такая вот вкуснятина. Сочные. Будем пробовать. Конечно же, и чай горячий. Ну, хрустящие. Сочные. Вкуснятина. Чай тоже горячий. Я сильно крепкий не завариваю. Вытру потом. Миша изюм приготовила. С кашей на завтрак. Дедушка тоже кашу ест. Очень удобно. Я не знаю. Я вот вспоминаю свою маму. Как-то с возрастом, друзья, больше вспоминаешь вот это все. Всегда было все настряпано, заморожено. И вот как бы с возрастом, ну, видимо, мы берем от своих предков, как говорится, пельмени, чтобы были, пироги, чтобы были. У меня котлетки там лежат. Голубцы лежат с мясом фаршированные. Перец, ну, ой, каша у меня. Чуть каша не убежала. В общем, всем приятного аппетита. Мясо сварится. Я отварю картошечки с капусточкой или еще что-нибудь откроем. Заготовок море. Надо все кушать. На этом буду прощаться. Всем пока-пока. Всех вас люблю. Пишите комментарии, что вы готовите, как вы готовите. Да все, все пишите. Мне очень интересно с вами общаться. Ну все, на этом буду прощаться. До следующего видео. Всем пока-пока, мои хорошие.
До новых встреч!